Всем хаешки, с вами я, Александр, и канал Аймбот приветствует вас. Играем сегодня в игру под названием Mortal Kombat 10. Мы играем? Мы просто открываем паки, потому что нового испытания здесь нету, и нового испытания, скорее всего, не будет, потому что данный, вот ранний доступ, я вижу, открывается к призраку Кунлао, а это повтор. Это повтор по испытанию, поэтому новым его не назовешь. Ну, не будем огорчаться, просто откроем сегодня, зайдем в магазин и откроем наши паки, потому что паки все любят открывать так же, как и вы, так же, как и я, потому что в них выпадают всякие ништяки, которые нам нужны для развития персонажей и усиления их. И мы сразу приступим, давайте с самого простейшего набора союза. Набора союза откроем штучек, я даже не знаю сколько, можно прямо штучек 10, наверное, открыть, в принципе. Почему бы и нет? Быстренько их открываем и по списку дальше. Так, первый пошел, ничего полезного, в принципе, нету. Давай, открывай, не тупи, не тормози, открывайся. Так, и второй у нас открытие пока, X-Ray. Вот это уже получше, вот это уже нормально. Так, отличненько, еще золотишко дали. Так, третий пак. Считаем. Говорю 10, значит 10. Так, третий пак. Они. Продаем его. И это еще золотишко. В принципе, неплохо. Золотишко, оно нужно, оно, в принципе, нам пригодится. Так, четвертый пак. Четвертый пак у нас. Ну давай, давай же. Ну, не терпится ж открывать. Пускай хоть они и простые, но все равно тут что-нибудь может стоящее выпасть. Например, вот Кэсси Кейдж. Почему бы и нет? Она не прокачана, к тому же. Не знаю, почему-то я этим бойцом играл, ну, блин, не качал. Денег пожалел просто в свое время и забыл потом. Но, тем не менее, вот сейчас все сработало, и я усилил так бойца. Так, что же, какой? Я сбился уже со счета, если честно. Пятый, по-моему, пак. Пятый пак. И давайте шестой набор союза открываем. Наборы союза, а то не накопились у меня, я их вообще не открываю. Ну, хоть с вами открыть, что ли. А то в одного вообще их не интересно. Так, седьмой. Ну, будет еще стоящее что-нибудь. Серебряный персонаж, например. Седьмой. На самом деле, мне здесь серебряный персонаж не выпадал. Ну, слухи ходят, что, в принципе, они тут выпадают. Ну, как бы, не знаю, мне ни разу не выпадал. Восьмой пак. Ну, по крайней мере, вот мы сейчас открыли восьмой пак, и нам всего лишь выпало два персонажа, которые... Они бронзовые. Серебряных пока и не пахнет, как говорится. Так, восьмой это был, да? Девятый набор союза. Девятый. Давайте посмотрим. Будем надеяться, что что-то стоящее выпадет. Ну, в принципе, а почему бы и нет? Тем более, что у меня регенерация на ящера не прокачанная. И давайте последний пак. Десятый. Отличненько. Все. 10 паков. Смотрим, что здесь. Здесь у нас... А, у нас серая Рюа. Очередная бронзовая карточка. Так, окей. Серебра не выпало, но давайте сделаем. Я не знаю, серебряный набор. Давайте откроем, раз деньги подкопились. Давайте 3 серебряных набора откроем. Посмотрим, что здесь. Может быть, золото выпадет. Так, может быть, выпадет золото, конечно. Ну, я не знаю. Шансы невелики, да, и вижу, что оно уже не выпало. Выпало серебро. Какая-то очередная серебряная карточка, которая у меня, скорее всего, есть. Так, ну что же. Каната у меня есть, поэтому мы его продаем и получаем золотишко обратно за него. Так, что еще? Еще парочку откроем. Парочку карт. Ну давай. Открывайся. Не подтормаживай. У меня на самом деле и на планшете подтормаживает. И на эмуляторе тоже. Ну, какое-то безобразие полнейшее. Так, что тут? Джеки Брикс. Так, все, продаем, получаем деньги. Конечно, как-то невыгодно получается. Трачу 30 тысяч, получаю 4. Ну, плюс там еще какие-то плюшки.
немножко побольше выходит. Вот опять ящер нам выпал, регенерация. Ну, мы сейчас так ящера докачаем, я чувствую сегодня. Хотя нет. Последний же факт мы сейчас открываем именно с серебряным персонажем. Нет, золото нам не выпало, и я не буду пытаться. Ну, бессмысленно, не повезло. Наборы снаряжения, следующее, что мы открываем. Не знаю, что мне здесь нужно, но молот гнева мне точно не нужен, потому что он у меня уже прокачан. Вот кибер-рука, вот это да. Вот это уже другое дело, вот это уже прям очень неплохо. Очень даже, я бы сказал, хорошо. Совсем как бы не то, что мне нужно. Я этим персонажем не играю вообще, по-моему, практически никогда. То есть ни в серебре, ни в золотых карточках я не играю им. Но, тем не менее, мало ли что может случиться. Может, выпадет какой-нибудь Джеки Брикс и будет испытание на него. И потом, блин, он просто будет имба-картой. Хотя что-то с трудом верится. Ну да ладно, не будем об этом. Смотрим, что далее. Далее выпадает амулет, который, блин, вообще уже, наверное, никому не нужен в этой игре. Те, кто уже хотя бы играет, наверное, пару месяцев. Постоянно выпадает всем, и он быстро прокачивается. Так, а вот это уже поинтересней. Связанный демон. А, вот это да, вот это стоит внимания, потому что вот. И это вообще неплохо. Вот этот вот пак вообще радует. Киберброня. Вообще суперский пак. Давайте еще порадуйте меня чем-нибудь еще классным. Обалдеть. Это просто зашибись. Это просто офигенный пак. Вот такие бы все паки. И было бы вообще классно бы открывать. Давайте приступим. Может быть, нас удача не покинет. Ну, скорее всего, сейчас будет пак какой-то не очень, потом после него, может быть, будет, в принципе, опять нормальный пак, и мы его откроем. А сейчас пока наручни выпадают, перчатки скандалиста, которые, в принципе, у меня есть, и маска гладиатора. Ну, в принципе, вещи неплохие, но они у меня уже есть, они уже открыты, они уже прокачаны у меня полностью, и... Как бы они мне не нужны. Только получаем золото, но золото мы получаем меньше, чем... Вот, да, о чем я говорю, бледная татуировка. Джонни Кейдж. Перчатка силы. Обалдеть. Ну, давайте еще раз порадуйте меня. Еще раз порадуйте. Будет просто... Да. Смотрите, блин, шляпа метров, она мне вообще никогда не выпадала. Да ладно. Вау, это просто, я не знаю... Это просто обалденное везение. Блин, давайте дальше открывать. Я не знаю, сколько мы сейчас будем открывать их наборов. Если так будет вести, я думаю, чуть ли не на все деньги, которые у меня есть. Хотя... Ладно, не будем забегать вперед, не будем загадывать. Также наручни. Также перчатки скандалиста. И плащи, да. От этого пака ничего не стоило ждать. Вот сейчас вполне возможно, что следующий либо через один пак будет какой-нибудь хороший предмет. Ну, не факт. Это не факт. Сюрикены, да. Медальон, угу. Ну и чехол вы можете себе сами одеть. А товарищи разработчики, а потому что он мне нафиг не нужен. Этот чехол выпадает. О, молот гнева, отлично. 12 тысяч, ура, меч. Ну, в принципе, молот гнева — это хорошая вещь, нужная вещь, но у меня есть, поэтому, в принципе, засчитаем, что, в принципе, мне тут стоящее что-то выпало. Соответственно, один пак мы пропускаем, ничего тут не выпадет, скорее всего. Да, кольцо. А топор палача, ну, редкие такие вещицы выпадают, но не нужные. А, так, давай. Набор снаряжения. Ну, наверное, сейчас еще пару паков. Если ничего хорошего не выпадет, то мы на этом закончим. И мы что-нибудь откроем за души потом. Не знаю, что еще, конечно, открыть за души, но что-нибудь откроем. Боевой нож, блин, смотрите, продолжает нас радовать паками-то. А, может, стоит их еще и далее открыть. Посмотрим. Сейчас не будем забегать вперед. А драконий щит есть у меня.
Блин, топор палача есть. Ладненько, давайте еще пару паков. Вот если в пару паков не выпадет хорошие мне нужные вещи, то мы скручиваемся. Ну, я не знаю. Ну, пока фартит, надо открывать. Надо. Снаряжение внешнего мира не нужно, оно мне. Кунай, сюрикен. Да, я играю скорпионами. Я ими играю, он мне нужен. Блин, ну блин, сегодня вообще открытие просто. Шляпа ветров опять выпадает. Да ладно, она мне ну вообще никогда не выпадала. Да блин, охренительно просто. Просто охренительно. Я не знаю, какие слова тут подобрать. Ну, набор снаряжения прям меня сегодня вообще обалденно радует. Никогда такого не было, чтобы мне выпадало так прям офигенно хорошо. Все те нужные вещи, которые мне нужны, и ничего более там, ну, выпадает как бы немножко всякое такое, ну, блин, это на фоне того, что выпадает все, что надо, вот эти вот перчатки силы, это же классно, это просто классно. Прокачаю все по максимуму, и можно забыть об этом наборе на долгие-долгие времена, когда что-нибудь новое не появится здесь, да, и когда появится новое, то, в принципе, блин, из-за одного какого-нибудь, не знаю, предмета открывать эти паки вообще бессмысленно. Медальон душ, да, медальон душ нам тоже нужен. Конечно, я армаками уже давненько не играю, но это неплохая вещица, я скажу вам. Она поэтому одета даже на другом персонаже, на Китане. Так, ну открываем дальше. Я уже потратил кучу бабла, но я не жалею об этом. Я не жалею нисколечки об этом. Потому что я очень-очень рад сегодняшнему открытию. И продолжаю радоваться. Ура! Ура! Так, наручни не ура. Наручни не нужны. Драконий щит, да, ты неплохой, но ты мне не нужен. Кольцо из кровавика. Не надо. У нас уже полно таких всяких ништяков, и мы их продаем. Так, ну, давайте еще последний пак. Если здесь ничего не выпадает, отправляемся дальше. Сколько можно шелестать эти паки? Хоть нам и фартит здесь, но этот пак, похоже, не подфартил. Соответственно, пора останавливаться. Раз везение начинает пропадать, лучше перейти в другое место и открыть что-нибудь другое. Вопрос, что открыть здесь? Есть боевые наборы. Наборы испытания, наборы элитные. И боевой набор Скорпиона. Могу открыть 3 боевых набора Скорпиона, так как у меня нету Скорпиона. Ну, зачем он мне нужен, не понимаю. Ну, в принципе, я ими играю. Что еще? 360. Что у нас это? У нас 300 плюс 300, это будет 600. И 120. 60 плюс 60, это 120, будет 720. Хватает на 2 набора элитных. Да. Я думаю, склоняюсь к тому, что лучше открыть все-таки набор элитный. Не знаю, не хочу я боевой набор Скорпиона. Он обычный, там будут обычные персы падать и ничего интересного. Давайте открывать элитный. Тем более, что у меня ни одного нету алмазного бойца. И хотелось бы хотя бы одного у себя лицезреть, почувствовать, так сказать, что, блин, я тоже... Я тоже хочу, у многих они уже есть, многие уже их получили. Блин, а я все никак не могу. Я никак не могу их получить. Я открывал, не помню, сколько паков, и мне ничего так и не выпало. Там маска гладиатор. Не надо нам это. Нам это не надо. Ну и у нас уже золотой персонаж какой-то. Блин, ну неинтересно. Темный Рейден. Ну, добро пожаловать. Боец он неплохой, но, блин, ну неохота мне его. Неохота было. Ай, ладно, да ладно. Открываем следующий. Набор элитный, алмазный. Давайте. Дайте мне. Тут уже алмазы, кстати, на одного больше стало с того момента, как я открывал. Вот сейчас вот, кстати, не видно. Пока что вот в такой пачке я не вижу, если честно, что там золотой, либо алмазный. А перс вот поменьше пачка станет, будет уже понятно. Блин, ну я не вижу, по-моему... А, все, золотой, блин, ну... Холодная Соня Блейд. Ну... Как бы тоже классный персонаж. Ну, как бы. как бы. Хотелось, конечно, другого всего. Ну, не везет мне в этом паке. Вообще не знаю, что делать. Не падают мне наборы. Элитные наборы-то я открываю. Да, вот не падают с них персонажи алмазные. Блин, ну,
Такое вот невезение. Так. Кантин, не кантин, как мне отсюда выйти? Дайте мне крестик. Нет, крестик это не то, не то, не то, не то. Скройся. Скройся. Вот так вот. Escape помогает на клавиатуре, на самом деле, иногда. Вот. Ну, что могу сказать? В целом, было, в принципе, открытие паков довольно-таки неплохое. Особенно мне понравилась та часть, когда мы открывали паки снаряжения, по-моему, так они называются. Да, наборы снаряжения. Они мне очень-очень понравились, потому что они, да что такое, мне дали очень-очень много интересных вещей. Вот. Ну, а так в остальном, ну, в принципе, сойдет. Ну, как я и обещал, вот оно, это видео было по открытию паков, потому что давно здесь ничего не открывал. Спасибо вам за просмотр. Всем пока-пока, до новых встреч и увидимся в новом видео.